This is TaganskChange here for lines 5 and 8. О подозрительных предметах сообщайте машинисту. Проезд в метро и на МЦК возможен только в маске и перчатках. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Китай-город. Платформа справа. The next station is Китай-город. Doors will open on the right. Будьте осторожны, выходя из вагона. Кузнецкий мост. The next station is Кузнецкий мост.
Будьте вежливы. Уступайте места инвалидам, пожилым людям, пассажирам с детьми и беременным женщинам. This is Kuznetsky Most. Change here for Lubyanka Station, Line 1. О подозрительных предметах сообщайте машинисту. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Пушкинская. The next station is Пушкинская. Для вашей безопасности держите за поручень. This is Pushkinskaya. Change here for lines 2 and 9. О подозрительных предметах сообщайте машинисту. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Барикадная. The next station is Barikadnaya. Thank you.
Баррикадная. Переход на станцию Краснопресненская. This is Баррикадная. Change here for Краснопресненская station, line 5. О подозрительных предметах сообщайте машинисту. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – улица 1905 года. The next station is улица 1905 года. Будьте вежливы, уступайте места инвалидам, пожилым людям, пассажирам с детьми и беременным женщинам. This is улица 1905 года. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Пиковая. The next station is Пиковая. Железнодорожной платформе «Беговая» первый диаметр и аэроэкспрессом в аэропорт Шереметьево. This is Беговая. Change here for D1 and Aeroexpress trains to Шереметьево Airport. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Полежаевская. The next station is Полежаевская. Thank you.
Полежаевская. Переход на станцию Хорошовская, Солнцевской и Большой кольцевой линии. Наземный переход на станцию Хорошова Московского центрального кольца. This is Polezhaevskaya. Change here for lines 8A, 11 and Moscow Central. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Октябрьское поле. The next station is Октябрьское поле. Для вашей безопасности держите за поручни. This is Oktyabrskaya Pole. Change here for Panfilovskaya and Zorge stations in Moscow Central Circle. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Щукинская. The next station is Щукинская.
Станция Щукинская. Выход к железнодорожной платформе Покровская-Стрешнева. Второй диаметр. This is Щукинская. Change here for D2. Сообщайте машинисту. This is Spartak. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Тушинская. The next station is Тушинская. Тушинская. Выход к железнодорожной платформе Тушинская, второй диаметр. This is Тушинская. Change here for D2.
станция Сходнинская. This is Сходнинская. Проезд в метро и на МЦК возможен только в маске и перчатках.